Обманывали и убивали за квартиру. Региональный следком завершил расследование дела в отношении 36-летнего жителя Владимира. Он обвиняется в совершении 20 преступлений по статьям мошенничество и подделка документов. Но это только часть преступных действий, совершенных организованной группой из 10 человек. По версии следствия, с 2009 года во Владимирской и соседней Ярославской области орудовала банда черных риэлторов. Члены группы обманным путем завладевали квартирами, а затем продавали по поддельным документам. Не гнушались предполагаемые преступники и кровавыми делами. Чтобы скрыть следы преступлений, черные риэлторы убили 5 человек. Значит, на глубине порядка метра обнаружен труп, завернутый полиэтиленовую пленку, обмотанный скотчем, и рядом с которым, под которым были шины резиновые обнаружены. Чтобы проворачивать свои черные дела, мошенники подделывали документы. По несуществующим паспортам они оформляли жилье, а потом перепродавали. Всего от действий организованной преступной группы пострадало более 20 человек, а выгода злоумышленников достигает 40 миллионов рублей. Расследование в отношении 7 членов ОПГ продолжается.